Доброго времени суток, вас приветствует Питифло, и здесь Пада, сервер Сумерки Богов. Так, я сейчас прохожу цепочку квестов на новой локации, который был назван в этом обновлении Дайн. Вот, и я как бы прошел пару-тройку квестов, вот, и сейчас мы можем с вами продолжить вместе проходить дальше эту сюжетную цепочку, чтобы понять все же, что случилось после того, как был убит Last Winery. Так, какое-то дикое. Ну, давайте заберем. Нам, в принципе, не важно, что у нас, потому что наша экипировка еще позволяет. Остается, вернее, у нас актуальный на данный момент. Принимаем квест. Так, коротко, по моему мнению, о паладине. Я нифига не понял, что случилось с этим классом. Нет, не потому что я тупой или рак, или что-то вроде. Вот, а потому что, как бы, большинство просто умений, как вы видите, перекидали. То есть, если раньше кань было одно, вот, была одна, теперь это два пункта, дальше там, ну, печать так и осталась. На каноны теперь, берутся по умениям. Анафема тратит канон света, и хрен пойми, как эти каноны как бы использовать, вернее не использовать, и как накапливать в процессе боя. И как умений не особо хватило, ну тут есть еще пара-тройка умений. Как удилище взять или что-то еще. Ладно, давайте возьмем вот эту хрень. Вот, их хватит, так, все. А бы было, я вообще не знаю. Итак, что нам надо? На бои солдат нам надо, все. Вот до этого был очень конченый квест, согласно которому надо было бегать через какое-то минное поле. Я раз 15 пробовал пройти этот квест, пока не научился реально бегать. Но это так, чисто на удачу. У кого-то с первого, у кого-то с 15. Ну, я победитель по жизни. Так, давайте мы напоим этих солдат. Всех напоим, отлично. Давайте даем задание, получаем свои 120 голд и 5000 опыта, и конечно же не нужен нам пояс. Так, башенные пушки прикрыть бойцов. Вот суть сводится к тому, что после того, как были классные намерения, архитекторы восстали и решили захватить остальные алоты, которые существуют. И вот в новом сезоне нам придется браво противостоять врагу, не обращая внимания ни на что. Вот, короче, кого-то надо прикрыть. Надо как-то прикрыть. Сейчас я буду разбираться, как и в кого стрелять. Задача стать наводчиком выполнена. Вот бойцы бегут. А чё, кого там стрелять-то? Раненых. Зелёных. А, вот они, типа, убегают. А, все, я понял, вода. Которые там... Смотрите, о, вот. Месим казан. Казан, защита зла. Надо было взять, да. У Айда Дикого, сервис. Серный Колян, я тебя даже тут упомянул, дубаса. Вот. Месим. Все, сливают. Нам же лучше. Слава богу, я должен смотреть по сторонам. О, надо бежать к ним. Беги. А как к ним бежать? А, вот тут ворота, походу, есть. Ну, конечно, кто нам даст нормально спуститься, спрыгнуть, эти все мужики. О, махатор. 438. Итак, продолжим обсуждение паладина. В общем, все статы, каждое значение было увеличено в среднем в 9 раз. Ну да, вот смотрите, по умолчанию давалось нам 4 мастерства, а теперь его аж 36. Вот как вот видите, тут есть вот эти стремительность, ярость, божественный урон и прочая дичь, с которой придется еще разбираться на протяжении долгого времени. По поводу танка я могу сказать так. Танк вроде как будет в свете, вроде как, но в то же время это будет обязательная примесь физика.
Так, о, Федор, мой тезка, давайте поговорим с этим человеком, я по башке пушкой. Забраться на оператор. Ух ты, прикольно. Что мне теперь делать? Надо бежать. О, он умеет. Что? А ну что там умеет делать? На что? Федор мчится вперед, убивая ног. Всех врагов на пути оглушай. Так, зацепить. Ну, ладно, отлично. Давайте попробуем. Даешь больше кровожадности. Вот. Механика, как бы, если раньше нам приходилось пустить кону барьеры, то сейчас тебе надо будет связано матча от города. Это побольше добежали, ура, все, возвращаемся обратно. Автобег недоступен на этой карте, бесит, реально бесит. Вот, я так и не понял суть данного задания, ну ладно, это лоды, тут по большинству ничего не понятно. Так, завершаем квест, получается 300 золота, вот, и теперь какой-то нам дадут аж за это песни ботинки, карамет, отлично. Какую-то провидицу. Идемте искать правительство. Нам же скучно, нам же нечего делать. Так, привет. Итак, продолжим. Уже бежим. Цепочка на самом деле нудная. О, вот этого. Так, а это. Полгут этого. Я так и не понял, что зачем. Что зачем идет? Сложно было ее проводить. Вау. 100 метров, и мне дают за эту награду 180 золота. Добраться до корабля и покинуть белую крепость. Вот, наконец-то, я понял где. Вы попадаете в белую крепость, где вам говорят, как все плохо, то, что жизнь боль. И архитекторы, короче, вас а-та-та. Ой, Вась, надо заскринить хороший контент. Ой, еще не заскриню. Что так, бежим, бежим.
бежим, бежим, бежим к кораблю. На самом деле я еще ничего не знаю, что будет дальше. Походу сейчас кто-то сломает корабль. Вот по-любому. Ну так должно быть. Это же развитие сюжета. Ох, какой корабль. Почему же все так предсказуемое? Потопили корабль, жить будет. Стоит отчаянно, но наши пути еще не оборвались. Мы можем. Хорошо, мы можем. Опа, 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 архитекторы вышли. Угадайте, похоже, кому сейчас придется их бить. Кольцо, кольцо. Вот возьмите этот камень путешественника, когда у вас безопасное место. Бегите же. Там все как героично, вот реально. Вперед, но не сдастся. Ни в коем случае. Все, убили. Ну все, умер. Ну он не сдался зато. А нас куда-то сейчас отправят. Ого, ребята, где мы в этом астрале каком-то? Что-то так. Что-то такое. Дорога домой. Вот так вот. Ладно, дорога домой. И на этом пока я прекращу. Нет, давайте все-таки послушаем, что нам скажут. Что у нас есть в лавке редкости? О, новый дизайн лавки редкости. Ну, конечно же, я тут бомж, это понятно. Это ПТС. Но это можно все строить руны. Ну, нахуй можно применить. Кристаллы давайте. Сплава что ли? Давайте кристаллы купим там. Муку себе запилим. Фолианты, заметки, они нужны в другом сезоне. Мама, мне страшно.